Мужики, вы надумали купить телегу для мотоблока, но у вас стоит крайне сильный вопрос, как ее транспортировать. Есть вопросы с логистикой. Вот телега очень высокого качества. Вот коробка. Отправим в любой город нашей большой страны за очень недорогие деньги. Здоровская телега! Ребят, привет всем! Вы на канале Garden Stock. Сегодня у нас будет обзор на вот такую вот замечательную телегу. Все просили сделать обзор на разборную телегу, потому что не у всех есть возможность вот такие вот телеги транспортировать в своих машинах. Здесь же мы что получаем? Вот такую вот коробку. Да, вот вся телега упаковывается вот в такой вот коробке. Габариты будут. Это 1,30 м, у нас получается 40 на 30. Вся коробка. Вес такой коробки, масса брута, будет всего 75 килограмм. Теперь вы можете заказывать либо через транспортную компанию куда-то себе для мотоблока, тележку вот такую вот, и у вас транспортные услуги не сильно будут бить по карману. Либо вы можете приехать на своем личном автомобиле, если у вас там автомобиль универсал, либо какой-то паркетник, и вот такую тележку можете увезти сами. Сейчас я расскажу о ней поподробнее. Начнем. Итак, на обзоре у нас сегодня телега с вами. Это гагаринский производитель, фирма Mobilka. Тележка сама называется TPM 500-1 Pro. Кому интересна цена, технические характеристики, обязательно оставлю ссылку под видео в описании. Заходите, смотрите, там будет все написано. Как всегда, начинаю с дышла. Смотрите, дышло у нас идет разборное. Состоит оно из двух частей. Оно никак не регулируется по длине. Как вот оно есть, такое и есть. Сама длина дышла будет составлять 1,5 метра. Для каких мотоблоков оно будет подходить? Идеально для мотоблоков МБ. Как вы видите, у нас с вами мотоблок Нева. Для него она подходит настолько идеально, насколько это возможно. Я сижу, ноги у меня в расслабленном состоянии, руки чуть-чуть полусогнуты. Управлять я вообще класс, просто идеально. Никуда рукоятки мотоблока не упираются. Чувствую я себя свободно. И управлять им действительно легко. Сейчас только что проехал. Блин, реально классная телега. Очень понравилось. Единственное, что могли доработать, это, конечно, подставку для ног. Но здесь я отлично понимаю производителя. Производителю была дана основная задача. Это сделать телегу, которая будет занимать мало места и будет мало весить. Поэтому такая подставка, нечему здесь удивляться. Давайте ее поставим сейчас на подножку и посмотрим, что она будет представлять из себя в транспортировочном положении. Сейчас я откручу подножку, поставлю ее. Давайте начнем со скобы. Скоба у нас, во-первых, идет усиленная. Во-вторых, на скобе у нас, как вы видим, нижний палец сделан маленький, верхний палец, чтобы у нас был какой-то свободный ход, они сделали шире. Отлично, здесь все рассчитано, докопаться просто не до чем. Толщина металла будет 5 мм. Больше у вас никаких проблем со скобой не будет. Для каких мотоблоков подходит? Для любых мотоблоков, у кого стандартная скоба от МБ, где 3 пальца вы видите. Дальше здесь у нас идет подножка. Она у нас, сама тележка устанавливается в транспортировочный вид. Вот в таком вот состоянии, как сейчас выглядит. Далее у нас на телеге будет подставка под ноги. Рассчитана она под одного оператора. Здесь надо быть внимательным. Телега у нас идет одноместная. Далее у нас идет тормоза. Тормоза у нас механического типа. Здесь никаких ленточных механизмов не будет. Но за то, что сделали, усилили трос. Сейчас я ее переверну и посмотрим, как это все устроено у нас. Тележка у нас снизу, ничего здесь необычного нету, она миниатюрная, очень классно сделана. Вот смотрите, я сейчас нажимаю на тормоза, срабатывает привод, и стопор тормозит об само колесо.
Колеса на нашей тележке используются маленькие 4 на 8, протектор обычный дорожный. Колеса все на подшипниках. Мужики, после того, как я проехался на этой телеге, мне очень понравилось, как выполнено здесь сиденье. Во-первых, это не просто пластиковая сидушка, это металлическая скамья, которая идет усиленная. Идет, вот видите, 2-миллиметровый металл до самого низа телеги в виде треугольника. Потом идет металлическая труба в виде спинки. И все это дело сделано каким образом? Идет достаточно плотный поролон. Вашей пятой точке реально будет на нем сидеть комфортно и мягко. Так, ребят, дошли мы до самого интересного. Это, конечно, кузов самой телеги. Ну, во-первых, он оцинкованный. Отлично, ржаветь она не будет. Здесь все сделано молодцы, по фэншую, как говорится. Габариты такого кузова составляют 1,20 м на 1 м. Высота бортов 30 сантиметров у нас. Как и обычно у всех телег, у нас задний борт, он съемный. Все это делается каким образом? Здесь две шпильки стоит. Я их сейчас сниму. И снимаю наш сам борт. Вот таким вот образом происходит. И как вы все поняли, телега у нас, естественно, идет самосвальная. У нас спереди идет шплинт. И вот таким вот образом она будет откидываться у вас. Реально шикарная телега, ну блин, сделана миниатюрно, классно и очень надежно. Ну, вообще, мобилкашники, они реально делают добротно технику, здесь к ним вопросов просто нету. Качество гагаринского завода, я думаю, всем известно. Сейчас я ее закреплю обратно и установлю наш борт. Мужики, вы надумали купить телегу для мотоблока, но у вас стоит крайне сильный вопрос, как ее транспортировать. Есть вопросы с логистикой. Вот телега очень высокого качества. Вот коробка. Отправим в любой город нашей большой страны за очень недорогие деньги. Сама телега, повторюсь, называется ТПМ-500-1PRO. Выполнена она в оцинкованном кузове. Телега имеет очень добротное качество. Да, сделана простенько. Да, у вас здесь нету привычной вам подставки под ноги. Здесь просто балка. Но эта телега весит всего 75 килограмм, может на себе возить 350 килограмм плюс оператор. Выполнена она действительно классно, тормоза тоже классно, колеса все используются на подшипниках. Сделали усиленное дышло, здесь тоже вопросов нет. Поэтому, если вы хотите купить хорошую качественную телегу, обращаем внимание на это. Также хочу отметить, что есть телега дороже на 3000 рублей, она уже выполнено и качественно, и добротно, и очень будет удобно, комфортно. Там будет хорошая площадка под ноги, более удобная система, и уже используются не тормоза механические, а тормоза ленточного типа. Поэтому обязательно подпишитесь на наш канал Garden Stock, потому что в скором будущем я сделаю обзор на более дорогую телегу, которая будет комфортнее и удобнее для вас. Кому было интересно, обязательно ставим лайки. Не забываем писать в комментариях, что вы думаете по поводу этой телеги. С вами же был Алексей. До новых встреч. До свидания.